что нас объединяет, это хлебосольность. Любим гостей принимать. Даже в это вот нелегкое время и то с радостью принимаем. Дружность, наверное. Дружные очень. Все очень сердечные, чувственные, сочувствующие. Один за всех и все за одного. Все сопереживают друг другу. Народ мужественный, народ храбрый, народ очень терпеливый. Мы уже поняли, что у украинцев есть воля, сила духа. И желания у всех одинаковые, мечты у всех одинаковые, по-моему. Ну как, по-другому нет? Особенно сейчас. Особенно сейчас, мир. Как-то так. Мы усидчивы, мы добьемся того, что мы добиваемся. Мы готовы бороться до конца за свободу нашей страны. Все одинаково относятся к той агрессии, которую предприняла Россия против Украины. Вот в этом все похожи. И все похожи в том, чтобы отбить и прекратить навсегда все попытки России захватить Украину. Все хотят мира, независимо от того, где он живет, на востоке, на севере, на юге или на западе. Україну об'єднує тільки українська мова. Вона мелодійна, співуча і красива. Ми українці, ми один народ, і не має значення, з якої області ми, на якому язикі ми розмовляємо. Я Запорізьку область, город Енергодарів. Слышали такий атомний? Там всі мої друзі, всі Западної України були. Прекрасні люди. Ми єдині Україні. Ніхто нічим не відрізняється. Ну, чертами характеру, але ми вже відрізняємося, як же. І традиції. Я була в Львовській області, в Карпатах, в Івано-Франківській області. Там більше люди придерживаются вот тим самим традиціям древнім України, ніж у нас. У нас вони менее развиті, як мінімум в Одесі. Кожен регіон має свої якісь національні блюда. Як в Одесі делать фаршированную рыбу? Ну, где делать фаршированную рыбу лучше, чем в Одесі? Нигде. Западні там вони їдять, там більше, у них страви якісь. Ну, смачніше, будемо говорити. Так. Там какой-нибудь жмурик, чорик, какой-нибудь супчик варят лучше. Надо брать все самое лучшее, что оттуда, что здесь. Как-то так. А потом оно все сдруживается. Да?